Всем привет, с вами Джага, и сегодня летаем на Накаджима А4Н, истребителе второго уровня, естественно, японском. Как вы видите, на нем 4 звездочки, а я, это значит, набил их в открытом бета-тесте. Как-то так получилось, что этот самолет, ну, как-то на нем летать было просто, легко, весело, ну и в песочнице, где ничего с ВПСом не происходит плохого и мало туманно-дымных объектов. Ну, всяких там альхалуфах. Что ж, без лишних слов, в бой посмотрим, чего там поменяли. Может, заменили бамбук в конструкции на что-нибудь более прочное. Сейчас увидим. Попадаем мы на карту порт. Даже, я бы сказал, в топ. И хороший знак у нас... никаких хороших знаков. У врага на один тяж больше, у врага на нормальный штурмовик один больше. И вообще у врага на один самолет второго уровня больше. Это так, заранее отмазка, вдруг что не так будет. Нам, как бы, намекает, что наше место лететь в группировке, которая должна... через горы прорываться к вражеской базе, но не знаю, стоит ли это делать, потому что все уже выворачивают куда-то. Так, первый набор высоты, высота набрана. Никто не летит через горы, все завернули через центр к воде. Ну что, я чем я хуже? Я тоже не буду лететь через горы. Пусть вон АФКшеры туда летят. Честно говоря, уже как-то вот эти все песочницы так поднадоели. Что, где, как? У нас над водой творится что-то. Кто хоть вблизи есть? Вблизи только... где... Ну, тяж приближается, но нисколько он приближается. Тяж молодец, вражеский. Он что, разбился об наш ТШ-2? Вот тут, если бы он об Пегас разбился, это было бы лучше. Где вообще все? Ну, как, где он вообще летит? Что? Ага, его сбили. Ё-моё, ну как так? Развернулся и подставил хвост врагу. Это же фу. Всем известно, что это фу. Да ладно, попал. Ну, молодец. Чё-то попал. Вот, братиш, бульдог. Повреждён. Так, бульдог, всё. Второй, кто-то тут летит еще высоко, ну ладно, его забьют. Сбили, хорошо. Так, вот там есть И-5, который глупо считает, что он может что-то сделать с наземкой. Ну это ладно, а вот тут ТШ-2. Этот не глуп. Мне кажется, не надо мешать врагу. Вот этому И-5. Он только что чуть сам ТШ-2 вот этот не расколбасил. Так, где еще враги? Враги где-то в центре. Смотрите, какая динамика боя. Просто-напросто я не успеваю уничтожить для несчастного вот этого аса 5 врагов. Чаще всего врагов или убивают, или нашу команду сбивают к чертям собачьим. Так, вон там, ну, может, удастся хотя бы поучаствовать в их уничтожении. Хотя не факт. Ребята сбили по 2, я имею в виду врагов. И, может быть, уничтожение будет скорее нас, чем их. Ну да ладно. Поскольку я вижу легкую цель, которая является надкушенной. Да, действительно, идет захват. И если ребята, вот эти враги сейчас спрячутся где-нибудь,
то будет печалька. А я думаю, они не глупые. Так, вот кто где? Это надкушенный? Нет, это не надкушенный. Надкушенный, вот. Так, с этим разобрались. Остался еще один, который где-то вот там. Ага, вот он. F2F. Надо его сбивать. Потому что вот так. Так, сейчас его собьют. Или это буду я, или нет. Как он хорошо крутится. Да что ж такое-то? Чудеса американского оружия. Сбейте уже его. Это там, где ворона накурилась. И кричит, сбейте меня. Я приземлиться не могу. Боже, что надо. Какие чудеса на вооружении. Ну, слава богу, шестой. Все, победа. Хоть какое-то победа. Да, у нас есть звено. Ребята, в общем-то, работали слаженно, но... По результатам видно. Хорошо, дожили, помогли. Ровно 6. Ас. Все, что и требовалось показать по А4Н. Хотя самолет значительно лучше, чем я о нем думаю. Никакой он не бамбуковый. Потому что в Японии бамбука-то особо и нет. Вот как китайская техника появится, вот она будет бамбуковая. Страшно представить производство. Панды жуют бамбук, а китайцы их... тыкают бамбуковыми же палками, чтобы быстрее производили мощные самолеты. Так, ну ладно. В общем, с нами был А4Н, с вами был Джага. Всем пока.